Вчерашний инцидент уже не первое подобное происшествие на данном участке дороги. Вообще это ограждение не самое надежное, и автомобилисты, случается, улетают с моста в реку. 25-летний житель Рязанского района, двигаясь на «Жигулях» 12-й модели в сторону центра города, не учел дорожные условия, не выбрал безопасный скоростной режим, в результате чего сбил бетонное ограждение моста и совершил опрокидывание в речку. С травмой головы, переломом бедра и ушибами водитель был госпитализирован в областную клиническую больницу. Следует отметить, что водительское удостоверение молодой человек получил менее года назад. В настоящий момент по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Сейчас над опасным участком дороги устанавливают надземный пешеходный переход. А еще к концу декабря обещали отремонтировать и саму пешеходную дорожку. Хочется верить, что на густонаселенном московском шоссе наконец-таки станет чуть-чуть безопасней. А то, что этот участок дороги будет приведен в должный вид к праздникам, сейчас кажется очередной новогодней сказкой. Хотя, может, и сбудется. В Новый год разные чудеса бывают.